ОГЭ – это итоговый экзамен за курс основного общего образования. Он необходим для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приема в колледжи и техникумы. И вот его отменят. Итоговые оценки выставят на основании годовых. Также стало известно, власти рассматривают возможность проведения единого госэкзамена для 11-классников во второй половине июня. Планирующим поступать в вузы школьникам необходимо выбрать соответствующие дисциплины и сдать экзамены. Уже разработаны требования к прохождению испытаний на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, учеников планируют рассадить зигзагообразным способом. Кроме того, всех учащихся при входе в школу будут измерять температуру и обрабатывать им руки дезинфицирующим средством. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.